Сахалинских спортсменов хотят замотивировать призовыми деньгами. Такая инициатива прозвучала в областной думе. В регионе намерены расширить категорию атлетов, которым положена единовременная выплата за место на пьедестале. Теперь на нее могут рассчитывать не только представители олимпийских, паралимпийских и сурдоолимпийских видов спорта. Профильное министерство предложило включить в список и базовые виды. Сейчас их на островах 13. Годом ранее их было 10. На единовременную выплату может претендовать определенное количество спортсменов. Это те, кто добьется медалей на турнирах высшего уровня. К международным соревнованиям предлагают прибавить чемпионаты и первенство России. Сегодня, да, за звание, за первое место на чемпионате первенства России спортсмен получает 120 тысяч, за второе 95 и 75 за третье место. Тренер 25 тысяч рублей. 25, 15 и 10, соответственно. Объем дополнительного финансирования рассчитан на 3 года. В первый потребуется 2 миллиона 910 тысяч рублей. В последующие два – по 3 миллиона 135 тысяч в каждом. За внесение изменений депутаты проголосовали единогласно в первом чтении.